можно не смотреть весь балет, может что-то не нравится, но когда ученица Ольги Моисеевой, вот ее лучше, ярче всех, это, конечно, Светлана Захарова, это совершенно фантастическая вещь. То есть вот многие балетоманы, они балерин оценивают по скрученным флуете, то есть кто-то делает двойные, кто-то делает одинарные, считается, но Захарова делает, интересно именно, когда она делает одинарные, но делает их методом Моисеевой. Это совершенно петербургский фантастический феномен. Так не делает никто в мире. На сцене, то в момент выступления я чувствую, что каждая моя клеточка, каждое мое... То есть мое тело и моя душа, я очень чувствую, и иногда просто музыка еще больше помогает мне войти в роль. Когда звучит здорово оркестр, когда дирижер идет вместе со мной, или я иду за дирижером, то это невероятное ощущение. Иногда я чувствую, что каждая моя мышца, каждое все во мне, все пропитано музыкой. Самое, наверное, важное и самое настоящее такое отношение к публике и понимание публики, когда я чувствую, вижу, что публика следит и очень тихо смотрит спектакль. То есть, когда я чувствую, что публика боится пошевелиться даже и следит за каждым моим жестом, это здорово. Это значит, что я держу, и значит, я держу зал. Это очень интересно, это очень важно. Шар, это все вместе, это невозможно отдельно. Вот. Поэтому, наверное, у меня вот получается музыкальный спектакль. Когда она делает белый балеринский акт, белый, самый главный же в балете «Жизель», она делала его, опять же, историей форм. У нее, например, там были какие-то совершенно невозможные кубические арабески. То есть это, с одной стороны, было странно и ново, и никто так до нее вроде бы не делал.
место Кремль. Когда находишься за стенами внутри Кремля, это невероятное энергетическое место, и ты понимаешь, что вся Россия вот находится в этом месте, и, наверное, я бы всем туристам советовала посещать обязательно это место.